Поздний вечер, Рязанская дирекция по благоустройству. Из ворот на улице города уходит целый парад тяжелой техники. КамАЗы, тракторы, снегопогрузчики и сразу в бой. После температурных перепадов снег укрепился наледью, поэтому на противостояние со стихией брошены все силы. На ножи ставят все крупные валуны на обочине. На улицах работает около 100 единиц техники. Уже вывезено около 3500 кубометров снега. На обработку от наледи потрачено больше 600 кубометров пескосоляной смеси. Обрабатываются дороги по маршрутам следования общественного транспорта. Также сегодня будут обрабатываться круги, где общественный транспорт останавливается, разворачивается. Обрабатываются они пескосоляной смесью или реагентом. Работа продолжается после снегопада. Работы не прекращаются. То есть было произведено подметание, посыпка улицы проездов города, а также вывоз. Для тяжелой техники нет запретных территорий. Чистят от снега не только дороги, но и пешеходные зоны. Поэтому проезд через ворота на Театральной – это забота о рязанцах. Официальные цифры ночной охоты. Помимо улиц от снега очищено 97 пешеходных переходов, 20 лестниц, опорожнены от мусора урны, с городских улиц убраны несанкционированные рекламные объявления. Охота на стихию продолжается. Максим Васильев, телекомпания «Город».